Шла, 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 пирожок нашла, села, поела и дальше пошла. Бабка шла, 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 пирожек нашла, села, села бабка, поела и дальше пошла. Молодец! Привет! Да, скажи всем привет! Кто тут? Кто здесь? Зрители? Привет, да? Итак, сегодня 14 число, 14 февраля. Мы сидим дома. Мы уже погуляли. Я сделала торт. И тортик у меня сейчас стоит в морозилке, а кое-кто вредный. Проснулся, да? Кто вредный проснулся? Я сделала тортик. Да. Ну, под обипанча для мужа. Так что сегодня будем есть вечером торт, на ночь глядя. Набирать тебе килограммы. Да? Килограммы набирать. Набирать килограммы. Так. У меня тут водичка стоит. Посмотрим YouTube. Да, и вот недовольный хочет ходунок. Мы теперь сидим, катаемся в ходунках. Отличное средство спасения, особенно когда нужно приготовить поесть. Да, Егорка? Укусики. Кто такой этот? Кто катается? У кого машина своя? Говорит бип-бип-бип. Надо здесь игрушки на всех случаях, чтобы нам скучно не было. Да. Мы прыгаем в них, мы в них передвигаемся. Чаще он двигается попой, либо боком. Вперед мне чуть тяжелее, пока он выходит. Да. Да. Вот. Укуси его, скажи. Укуси. А еще у нас лезут... Че? Да, закончим. У нас лезут зубки. Да, лезут зубки у нас. Сейчас вам покажу. Иди сюда. Иди ко мне. Пополз. У нас любимое занятие. Пытаться что-либо достать. Да, там шарик крутится. Ой. Что там такое, скажешь? Что там такое? В рот не лезет? Не кусается? У нас прорезалось то, что один резец нижний, второй он на подходе. Ну как, он... Есть, но он до конца до сих пор не прорезался через десну, поэтому мы капризные. У нас набухли десенки, у нас бухнут почему-то две клыки тоже. Вот, и мы поэтому иногда капризничаем. Гуляли мы 1.5 часа, причем у меня проспадет 1:20, потом еще минут... Да, ладно тебе, иди ко мне. Похвастайся, у кого такая машина классная? У тебя, да. Да, у тебя? Кто тут такой? Там тянуешь? Да. Он хочет телефон, а я ему не даю его. А где корова? Му. Да? Корова, му. Му. Где? Ну? А все, раз, а как же так, а как же я? Ну иди ко мне. Иди, Катик. Подъезжай ко мне, едь ко мне. Опять прыгает. Едь ко мне. Вот так вот, да? Мы пойдем к врачу 28 числа. Да? 28 мы пойдем к врачу. Взвешиваться, мериться. Я думаю, в нем где-то 8.5. Да? 8.5 в тебе есть? Ну, на данный момент 8.5 у меня точно есть. Тяжелый, потому что очень. Да? Какие пальчики? А дашь мне свои пальчики укусить? Дай пальчики. Так мы балуемся, да? Дай. Кто там?
Да-да. Егорка. Ой! Отнял. Вот так. А, что такого рассказать? Пока что у нас ничего такого особенного не происходит. Вот. Ну, то, что наконец Настя испекла торт. Потому что я не пекла, по-моему, давно. А, по крайней мере, со школы. На школе, когда был труд, мы готовили. Вот. Поэтому для меня это был новый опыт. Надеюсь, тортик будет вкусный. Попробуем. Делала я на подобие панчи. Брала сметану, сгущенное молоко, сахарную пудру. Это как... Ой, передёрнула тебя, да? Это как у нас... Да-да-да-да-да. Вместо глазури. Ага. Также ананасы, консервированные грецкие орехи. Порычи-порычи. Порычи так. Аррррр. Как ты у меня рычишь? Аррррр. Как тигр. Как тигр. Как тигр рычишь. Ой, там Егорка. Ну вот, смотрим. Ану Гэб до сих пор. Ну как фон подходит. Что у нас такое? А, ну вот. И коржи я взяла сразу готовые, потому что времени особо не было. Да, заранее печь. И у меня было всего на все не больше минут 30, даже меньше, потому что он долго не сидит ни в ходунках, ни за столом, поэтому мне нужно было быстро. Вот, шоколад обычный. И взяла... Я делала не саму форму, как панчо, а просто взяла коржи, 3 коржа. А между ними, естественно, вся эта начинка. И сверху просто, когда я залила уже глазурью, я полила шоколадом горячим. И сделала посыпочку из таких капсул шоколадных. Попробуем. Надеюсь, вкусненько. Надеюсь, все будет хорошо. Что такое? Я не знаю, что такое рассказать. Но скоро у знакомого день рождения. Мы пойдем. Надо купить подарочком. Ой-ой-ой, да-да-да, им исполнится годик. Олечке, годик исполнится. Смотри, что делает. Кусаешь? Ты маму кусаешь? Ой, ой. И балдит, он, смотри, прям прыгает. Кто кусается-то? Кто? А, еще щипает. Смотрите, прям щипает, он. Кто щипается? Ты щипаешься? А маме больно. А мама плакать будет. И сразу телефон. Отдай мне телефон. Игорь, вампир маленький. Кто кусается? Все, устал. Моторчик. Здесь пакет, чтобы, если что, стекало все на пакет, потому что у меня... Получилось очень много начинки. Тигр! Сразу, да? Ну-ка, большой! Сосим. Соса. Вот так мы пылесосим с ним. Я включаю ему песенку «Пылесос» фиксиков. И он нормально, спокойно реагирует. Единственное, что я не включаю на полную мощность, потому что страшно ему становится тогда. А на среднюю мощность он спокойненько пляшет в ходунках. И смотрит мультик. Ну или как я пылесошу. Детачки. Ссылочка. Папа пришел, мы немножко конючим, скажи, да? Папа же ушел мыться. Подарил цветочки и бутылочку у нас, но я не пью, поэтому откроем ее позже. А сейчас будем пробовать тортик, потом
Надеюсь, на вкусненький, да? Арррррр. Тортик оказался очень сладким. И сметану надо было побольше положить все-таки. По рецепту, то, что я нашла в интернете, он получается суховатый. И поэтому в следующий раз буду больше сметану класть. Да, а теперь всем спокойной ночи. Мы собираемся купаться и спать. Вставай. Давай. Молодец. Оп. И мы на прогулку. Погода, конечно, вообще пипец. Все тает, но при этом гололед. Поэтому куча луж, скользко. А когда лужи, я одеваю эти рибокадетон здоровые. И чтобы, ну, не промокнуть, потому что у меня сапоги мокнут. Но мне теперь пипец как скользко. Благо коляска есть, я держу за коляску и ковыляю потихоньку. Коля погулял в сторону, сейчас его заведет домой, и мы пойдем дальше топать. Сегодня 15 февраля, нам сегодня 7 месяцев. И у нас то ли у него зуб опять режется, то ли голова болит. Короче, вообще, ну это пипец, ужасно. Очень сильно плачет. Ночью плохо спал. Знаете, я пытаюсь смотреть как бы в камеру, но и на себя получается. Вот. Кстати, у нас вообще площадки не чистят. Все во льду. Что в нашем доме, что вот в соседнем, где мы обычно проходим, где я гуляла в детстве. Сейчас вам покажу. Выглядит вон там один лед. И там тоже лед. В принципе, здесь везде такой гололед. Площадки вообще не убирают. Причем площадки здесь, ладно, здесь песок, но есть площадки, которые с специальным покрытием, которые легко чистить, в принципе, ничего сложного, ну, можно убрать. Нет, их почему-то не чистят и не убирают. Вон он, Колька. Папа. О, деревня. Раз. Я же по заказу не делаю. Как ты сбегаешь? Покажи всем. Егор, покажи, как ты обычный побег совершаешь с дивана. Давай. Скажи, приходит это вот так. Там, честно, страховка будет. Давай. Раз, кто сбежал? Два, да? Раз, два. Кто сбежал? Егор. Кто сбежал? Поднимай. Поднимай. Вот, поднимай. Не помню. Доброе утро. Мы проснулись. У нас... Мне теперь потеет, наверное, камера. А сегодня уже 16 число. Мы сегодня не идем гулять, потому что нас льет, как из ведра. У нас там все залило. Егорка, вот мы как сейчас на время будем завтракать. Это пипец, ребят. На том и видно волны. Там кто-то вон идет с коляской, видимо, из поликлиники. Но я не пойду. Сегодня никуда не пойдем. Также Коля вчера... скажем так, это подарок нам. Купил увлажнитель воздуха. Мы сегодня спали с ним. В принципе, хорошо. Форчику даже не надо было открывать. Единственное, у нас Егорка сегодня ночью проснулся. Он прям заорал. Я не знаю, что случилось. Он пытался дать ему грудь. Он не берет, как будто, знаете, ему во рту больно. Попить он тоже не стал брать. В итоге пришлось его... нести в ванну, просто умывать, чтобы он пришел в себя. Вот. Потом более-менее оклемался, я ему дала нурофен, он уже улыбался. Вот. Минут 15-20 поигрались, пообщались, и я уложила его спать. Что это было, до сих пор непонятно. Возможно, это зуб режется. Это мы так прыгаем. Егору очень нравится ходунка бегать. Ну, он ходит как, получается, у нас 15 минут максимум в день. А он увидел увлажнитель. Ему очень понравился увлажнитель, он к нему подходит, его подносишь. Он делает так. Прям вздыхает и охает, ахает. Сейчас поедим овсяной кашки и будем дальше с ним играться, потом буду укладывать его спать. В принципе, сегодня мы особо ничего такого делать не будем. Вот, стараюсь как раз смонтировать это видео. Ой, это одевает уже. Вот, смонтировать это видео и, соответственно, выложить вам.
Сериалы я пока что не смотрю новые, но у меня уже есть несколько на примете и также несколько корейских сериалов. Просто нужно очень много времени, потому что каждая серия длится по часу, соответственно, чтобы посмотреть, допустим, 6 сериалов, нужно 6 часов свободного времени. Да, ладно, пойду его нести. Пульверизатор в дюйм. Насколько ему нравится увлажнитель. Я думаю, вот как раз видно пар. Что такое? Ай, да? Здорово, да? Здорово, скажи. Какая штука. Нам сделали овсяночку, сейчас будем уже есть. Вот теперь смотрите. Его прям тянет к этой штуке, да, сказал, тянет. Мы включили посильнее пар. Пойдем здесь. Где? Говорит, где пар, да? Пар. Опа! Короче, новая игрушка у нас. Да, новая игрушка? Кто там? Кто там такой? Кто какой? Кто такой сладкий? Ой! Мама роняет камеру. Так, берем, берем. Плохо, когда у тебя короткие пальчики, руки из жопы растут, да? На некоторые нехорошие комментарии стараюсь вообще не обращать внимания. Ну, если на самом деле есть что сказать, я выскажусь. Да. А вообще я снимаю это все ради себя, любимой, чтобы у меня осталось на... Да, на память. Ну, а про дорамы сериалы это как... Будь здоров. Знаете, часто бывает на форумах, даже так видишь там, ну, посоветуйте, что посмотреть, какой сериал посмотреть. Взял, забил, нашел, топ посмотрел, какие сериалы тебе рекомендуют. Вышел, забил и стал смотреть. Да, и тебе кашу надо. Вот так вот у нас просто борьба. Кашу, да, кашу мне, дай. Да, дай кашу. Ну, попозже будет есть кашку. Сначала родители. Да. Ну, потому что он ел стра грудь, соответственно, ему сейчас кашу не надо. Он шустрый мальчик. Он, пока ты глазами хлоп-хлоп-хлоп на камеру, он уже все. Хватает ложку, тарелку, еще и дерется, смотрите. Прям с характером, пацан, с характером. Приходится его учить, что можно, что нельзя. Давай. Оп. Все. Смотрела, кстати, видео Марии Бешко про ходунки. У меня двоякое ощущение. Знаете, на самом деле, я считаю, если твой ребенок сидит в ходунках не больше там 15-20 минут в день, я считаю это более-менее приемлемым. Ну, понятное дело, ты его не сунешь туда на целые сутки, это же вообще какой-то дурдом. По часам, там, целый час бегать и так далее, это слишком много. Вот, поэтому я считаю, что в разумных количествах это нормально. Но еще зависит от вашего ребенка. У нас, допустим, Егор стоит, он стоит сам, он когда... Ты его держишь, чтобы пойти, он руки отжимает, ну, типа, убери руки, я сам могу пойти, я и пойду, убери. И удерживать его очень неудобно. Соответственно, когда есть ходунки, ты его засунул на время, он походил, подустал, ты его положил, и все, и без проблем. Но все равно он потом поднимается, да, он у меня качает пресс, соответственно, он пытается подняться сам с лежачего положения в сидячее. Ну, переворачивается, слезает с дивана. Вы видели, кстати, эти кадры, как он пытается спокойно. Раз-раз, да, ага, раз-раз, и попой вниз себя тянет. Он знает, что так можно слезть. Для него это нормально. Вот, поэтому считаю, что чуть-чуть покататься не проблема. Если у вашего ребенка нет никаких проблем до этого, там, врач, педиатр и хирург вам не запрещали. Все, мы пошли есть. Да, пошли есть? А вот он у нас умненький. Ой. Увидел коробки, там, где его игрушки подъехал, и вот просит, чтобы ему достали игрушки. Вот так. Ладненько. Всем пока. Приятного просмотра. Да, скажи, топы будут позже. Пока-пока.